самим вирішувати свої проблеми. І дуже часто це перегукується з задачею проджект-менеджера в класичному розумінні, який не просто менеджить проект, так, він вчить команду менеджити проект. Тобто тут є дуже хороше накладання обов'язків, і тому все насправді залежить від людини, від того, чи проджект-менеджер є одночасно проджект-лідером, і він може бути скрам-мастером, тільки не обов'язково він є скрам-мастером. І це абсолютно може бути, ну, поєднувані ролі. Тобто це не є обов'язково, але це можливо. Так, дуже дякую за відповідь і за коментар. Повністю згідний. Перейду на русский, поскольку презентация все на русском. То есть по поводу продукт оунера, по поводу ответа на вопрос, все правильно. У продакт-оунера и у скрам-мастера можно даже себе представить некий конфликт интересов, потому что продакт-оунер работает не заказчика, интересы и основной responsibility там, с ней. Да, в то же время, как у скрам-мастера, как и, ну, и более того, продакт-оунер стремится в идеале как можно больше учесть и продвинуть интересы заказчика, в то время как скрам-мастер как раз соблюдает, чтобы все было рационально, и вот эти вот больше скопов, больше старей не влияло на успешный результат итерации. Подсаживайся, все, потому что там проект... ты себе откроешь, отлично. Простите. Да, и касательно комментария, я тоже полностью согласен, но с другой стороны, то есть то, что задача скрам-мастера – это научить команду самоорганизованности. В принципе, один из, опять-таки, основных принципов скрама – это команды являются кроссплатформенными и самодостаточными, самоорганизованными. Соответственно, задача скрам-мастера – соблюдать правила скрама. Это как раз и подразумевает, в том числе, обучать команду вот этой вот кроссплатформенности и самодостаточности. И при этом, действительно, то есть тут основной упор на то, что это не обязанность проджект-менеджера быть скрам-мастером, но при этом это есть такая возможность. И довольно часто и успешно совмещаются эти две позиции. Если это есть возможность, если проджект-менеджер является при этом лидером команды, и он не загружен множеством одновременно проектов, то, в принципе, это идеальное сочетание. Но как бы это не является де-факто, что скрам-мастер – это проджект-менеджер. Есть какие-нибудь еще вопросы по этому слайду? Роман, а такой вот вопрос. Скрам-мастер, он должен быть постоянно на протяжении всего проекта или можно менять, например, каждые 2 недели, каждые 3, чтобы все попробовали себя в этой роли? Есть ли в этом смысл? В принципе, я бы сказал, что есть. Ну, к примеру, если бы в моей команде была возможность каждую неделю либо какой-то другой период времени ставить другого скрам-мастера, я бы с удовольствием согласился с этой идеей и продолжал ее продвигать, потому что это, опять же, отводит нас к тому, что команда будет более самостоятельной, более самодостаточной, самоорганизованной, потому что почувствовав себя в роли скрам-мастера, поуправляв вот этими вот какими-то невидимыми с первого зрения процессами и моментами внутри команды, то можно стать более самоорганизованным как по отношению к себе, так и по отношению к другим членам команды. Поэтому, если есть такая возможность, почему бы и нет? Это отличная практика, чтобы прокачать скиллы, соответствующие каждого человека. Более того, мы все работаем на разных проектах, и для кого-то проект начинается раньше, для кого-то заканчивается раньше. Соответственно, если человек будет подготовлен как скрам-мастер, имеет соответствующие скиллы и потенциал в одной команде, то при переходе в другую команду, в другой проект, он уже может встать на эту позицию, и вдруг как раз именно его и ждали. Соответственно, я думаю, все от этого.
Можна маленьке зауваження. Це все можливо лише за умови, якщо на проєкті є дуже зріла людина щодо розуміння agile практик та скрам технологій, яка буде наглядати за цим процесом. Це може бути agile coach чи scrum coach, який розуміє, що це добре передавати і вчити всіх, але scrum master це не є просто людина, яка в певний момент виконує певні функції. Це є людина, яка саме лідає і організовує людей, допомагає виявленню конфліктів та допомагає проекту дійти до свого кінця, до delivery. Якщо ми будемо просто перекидати скармастера з однієї людини на іншу, ці моменти, наприклад, навіть action item з ретроспективи, впровадження нових процесів, continuous improvement, як по кайзену, так, тобто ці всі речі можуть загубитися, якщо немає людини, яка веде цей процес. Тобто має бути зріла людина, це може бути project manager на проєкті, який розуміє, що все-таки має бути контроль за якістю скрам правил і дотримання скрам правил та якістю скрам процесу. Так, дуже дякую за коментар, він є валідним. Дійсно, если предположить, что вот есть идея, есть возможность реализации, чтобы каждый член команды побывал это время скрам-мастером, то, опять же, как и любые другие моменты, проект-менеджеру нельзя это пускать на самотек. То есть все должно быть предвижено, да, какие-то риски должны быть застречены как минимум перед самим собой в рамках этой команды и по поводу этого решения. И действительно, если пробовать каждого члена команды как скрам-мастера, чтобы он почувствовал себя в этой роли, за этими обязанностями, то действительно должен быть кто-то, кто знает достаточно хорошо правила, методы, артефакты роли скрама, чтобы направлять и коучить этого человека для того, чтобы скрам-мастер не сделал только хуже для команды. Но опять же, и я думаю, что в данном случае это больше responsibility project manager, либо делать такие ротации и следить и помогать каждому скрам-мастеру, либо оставить это на одного какого-то человека. И более того, опять же, нужно понять оптимальный срок для того, чтобы вот каждый чередовался через какое-то время. Опять же, правильный комментарий, что одного спринта может быть мало для того, чтобы прочувствовать себя как скрам-мастером. И действительно, те экшн-айтемы, которые заассайнены на кого-то конкретно, например, на скрам-мастера, желательно, чтобы именно тот человек, который персонализировался как скрам-мастер, чтобы именно он довел до логичного завершения данные таски, да, данные экшн-айтемы. Есть ли еще вопросы по этому? Окей, я тогда буду переходить дальше. Следующий миф гласит, что требования и скоуп могут меняться в любое время, либо какое-то определенное время после начала спринта. Собственно, к этому мифу ведут вот такие вот ошибки. Это такие, как, например, добавление новой стори в скоуп после начала спринта, при том, что история была не пропленена вместе с остальными в рамках регулярных планинг-сессий. Также подмена какой-либо истории, пусть даже незначительной, на какую-то, пусть даже почти такую же, но другую, не распланированную. Кроме этого, изменение acceptance критериев, либо изменение требований во время процесса development, во время спринта. Кто-нибудь сталкивался вот с подобными проблемами? Кто-то имеет, может быть, свою точку зрения, как с ними бороться, как с ними решать и как этого не допустить? Роман, хотелось бы спросить наоборот, как с этим бороться, как убедить клиента, например? Вот он говорит, блин, надо срочно добавить. Но вот как ему сказать, что извини, мы не можем, у нас тогда все пойдет не так, то есть мы уже спринт запланировали, мы идем по этому графику, или тогда отменяй целую итерацию. Ну,
как ему правильно сказать, потому что, ну, реальность как бы и бизнес побеждает это, и мы добавляем, и меняем все, и переделываем что-то, и выкидываем со скопа, ну, потому что нам главное, чтобы вот эта его идея и time to market, то есть у нас, ну, с этим не получается, может есть как-то, как воздействовать на клиента, как сказать ему profit. Спасибо, отличный вопрос. Я предлагаю его поставить в конец данного слайда. Возможно, частично некоторые вопросы из перечисленных будут отвечены в рамках этого слайда. Okay, спасибо. Итого, получается, успешному, то есть один из основных моментов, да, по скраму, это тот скоп, который взят в разработку в итерацию, должен быть успешно заделиверен в конце итерации. То есть, ну, это, собственно, суть всей методологии, можно сказать. Соответственно, чтобы это свершилось, этому может поспособствовать, во-первых, тот факт, что весь скоп должен быть запланирован, разъяснен, все вопросы должны быть поняты командой, не оставаться никаких вопросов, и скоп должен быть финализирован по количеству старей и по их составу до начала спринта. И после этого финализирования, после начала спринта, ни количество старей, ни их суть не должна меняться. В рамках любые acceptance критерии, либо любые изменения требований должны обсуждаться, опять же, на вот этих planning сессиях с командой и с клиентом, и должны быть утверждены, опять же, до начала спринта и не меняться после. Если есть какие-то изменения, которые клиент-заказчик хочет видеть уже после начала девелопмента какой-то фичи, какой-то стори, то они должны рассматриваться как change request и процесситься соответствующим образом, то есть добавлены как change request в product backlog, запланены, загрумлены, продискуссированы. Командой в рамках регулярных, в зависимости от приоритизации клиентом, взяты в разработку следующие либо ближайшие клиенты для того, чтобы изменить эту функциональность, эту новую фичу, так как хочет заказчик. Ром, если можно я тебя перебью? Ты можешь отменить стриминг видео, потому что часто пропадает звук из-за узкого канала. Можешь такое? Могу. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. Получается, если же клиент все-таки хочет срочно внести какие-то изменения, вот взятые в итерацию с Spring, то по правилам единственным выходом является остановка спринта, его cancel и начало планирования скопа для следующего спринта. На практике же, если правильно донести эту идею до клиента и объяснить все возможные последствия такого решения, я имею в виду остановка текущего спринта, то зачастую клиент не согласится останавливать спринт, потому что все банально сводится к потраченным деньгам, пустую, можно сказать, то есть один спринт будет просто выброшен, грубо говоря, в плане девелопа. Возвращаясь к одному из вопросов, которые вот звучали только что, как убедить клиента, как с клиентом договориться, что нужно делать именно вот так и не нужно допускать этих ошибок. На самом деле все идет с начала проекта и с тех договоренностей, тех установленных процессов и менеджмент-планов, которые обсуждаются и конфермятся с клиентом на моменте начала проекта, хотя никогда не поздно провести дополнительную презентацию и улучшить какие-то процессы и принять какие-то новые стейтменты. Соответственно, в идеале вот эти вот пункты, такие как финализация спринта и acceptance критериев и
любых требований до начала спринта, это можно вписать в Requirements Management Plan, обсудить это с заказчиком, довести до сведения, какие могут быть негативные последствия, если когда-нибудь в будущем в одном из спринтов будет решение что-то добавить, что-то изменить, что-то удалить, что-то еще как-то. И заставить этот момент договориться и в итоге расшарить на всех стейкхолдеров соответствующий документ. Вот это может быть самая отличная превентивная мера, потому что потом, когда в определенный спринт появится желание у заказчика что-то поменять, всегда можно вернуться к этому документу и сказать, что мы приняли вот такие процессы, соответственно, давайте, как мы договорились, следовать этим процессам. Намного труднее, если вот такой документ, либо такой стейтмент не был нигде задокументирован, не было какого-то confirmation письма, не было никакой презентации на эту тему, и потом, возможно, команда и project manager, либо scrum master думает, мы не можем ничего брать, и как это клиент не понимает этого, мы же тогда зафейлим. Но клиент действительно может этого не понимать, для клиента важно, чтобы все его требования, все его желания осуществлялись и как можно быстрее. И какие правила для себя придумала команда, там, project manager, scrum master, клиент может просто банально не знать, банальный мискоммуникейшн может привести к тому, что могут быть непонимания на уровне девелопмента, на уровне менеджмента, это потом может быть хоть. То есть такие вещи желательно проговаривать заранее. Романе, можна я, це знову Надія, я би хотіла ще додати також, що розуміння, ну, просто коли ми маємо ці мінуси, ці фактори, які, ну, тригери, що хтось додає нову історію, хочуть поміняти, це все є насправді ніби вже ознаки, і треба подивитися на причину, що стоїть за тим, що якщо в нас часто йдуть зміни в спринт і продуктовнер хоче щось пропхати, треба зрозуміти, чому він це робить. Бо насправді з того боку не завжди є люди, які чогось не розуміють, які не знають, як працює скрам, і інколи такі зміни може диктувати бізнес з їхньої сторони. І особливо на проєктах, коли ми працюємо з MVP, з Proof of Concept, прототипами, чи на R&D проєктах, це абсолютно нормально зрозуміло. Але інколи треба знати, що рухає продукт-онером для того, щоб він вносив зміни в спринт. І навіть добре прописаний communication plan не означає, що в певний момент в замовника не прийде ситуація, що для того, щоб зробити піти і здобути якусь конкурентну перевагу на ринку, йому треба буде швидко поміняти і внести якісь речі чи додавати user story. І це розуміння цього, ніби що рухає замовником, теж може нам допомогти, і інколи потрібно адаптуватися під такі речі. І саме тому це називають agile методами, бо вони є гнучкі. Це є просто інструмент, щоб звести бажання і можливості команди з бажанням можливості замовника. І варто просто дивитися за тим, що стоїть за от такими звичайними ніби ознаками додаванням user story, і дивитися на хворобу, а не просто її прояви. Надь, а такой вот еще вопрос, ну и Роман, а что делать с багами? То есть, ну, это то, что мы не можем оценить. Есть ли вообще как бы смысл в том, что мы знаем свою скорость, но мы специально в спринт недозакладываем стори, чтобы не загружать себя на 100%, чтобы вот обработать баги, которые мы не знаем, сколько их будет, или дополнительные реквесты от пользователя? Есть ли в этом смысл, или мы неправильно хендлим это? Спасибо за комментарий. Я начну с ответа на комментарий Нади. В принципе, я на самом деле полностью согласен. Вот эти вот основные правила скрама, основные хинты без практики скрама, это не есть панацея, и это нужно понимать. То есть на самом деле у меня у самого на практике в проекте зачастую было то, что макапы менялись для user story в середине development, либо acceptance критерии переписывались в жире, в description на там, третий день до завершения спринта. И тут важнее
не слепо придерживаться правилам, да, а больше понимать, что есть по скраму, что есть не по скраму. Потому что, опять-таки, чистый скрам, его придерживаться очень трудно, и зачастую бывает так, что эта методология в чистом виде не может полностью соответствовать требованиям проекта. То есть довольно часто бывает так, что пытаются натянуть скрам-методологию на проект, просто потому что, о, скрам все используют, это круто, это по-айтишному, значит, будем использовать скрам. На самом деле нет. Цель этой презентации – это больше ознакомить именно с какими-то бест-практиками и советами, которые могут облегчить действительно жизнь, но при этом понимать, если вот что-то идет по-другому, то это не просто это не по скраму, мы так делать не будем, а просто понимать, что вот да, это не по скраму, но при этом есть обстоятельства, опять же, в рамках agile-ности, в рамках которых мы отклоняемся от конкретных вот таких и таких правил этой методологии. Я прошу прощения, можно повторить, пожалуйста, вот последний вопрос? Конечно, Роман, спасибо. Смотри, получается вопрос такой, ну, с user story это понятно, а что делать с багами, да, то есть какими-то там critical, не critical вообще. Вот у нас сейчас получается так, что мы знаем, что баги придут, что их нужно фиксить, или какие-то придут реквесты, и чтобы успевать и спринт закончить, мы делаем что? Мы не догружаем себя user story. Мы знаем свою velocity и специально не догружаем себя, например, на 20%, чтобы, если что, пофиксить баги, ну, или захендлить какие-то change реквесты. Правильно ли это, или есть какие-то другие способы, или мы очень сильно извращаемся? Как вот лучше поступать в таком случае? Что вообще, как их хендлить? Ну, я начну с реквестов. Я правильно понимаю, ты имеешь в виду change реквесты? Да, то есть приходит change request, например, там изменилось уже requirement, и клиент посмотрел, говорит, ну, не совсем удобно, давайте это переделаем. Вот, но как можно скорее переделаем. Ну, как-то вот, ну, дословно. Просто можно даже без предварительного установки вот этих вот правил, можно объяснить заказчику, что change requests приводят к тому, что команде нужно либо заново планировать, перепланировать story, да, и тратить отдельное дополнительное время на митинги вместо development, что может привести к риску фейла коммитмента на спринт в целом. Либо команде придется работать с requirements, с которыми они не готовы, будет автоматически возникать множество вопросов, на которые может не быть времени у стейкхолдеров, у продакт-оунеров ответить вовремя, и что в свою очередь тоже приведет к риску фейла коммитмента. Вместо этого предложить, что мы принимаем ваш change request, мы согласны с этими изменениями, но мы бы хотели его пропланировать и детально подготовить к девелопменту на наших регулярных планинг-сессиях, и, соответственно, к примеру, взять в разработку уже в следующую итерацию. По сути, одна итерация плюс-минус, но зато change request уже будет проработан, уже не будет вопросов по нему, и он будет точно заделиван, заделиверен без фейла. Коммитмента как в текущую итерацию, в которую прилетел change request, так и в ту, в которую она была там разработана. Касательно дефектов, тут на самом деле, я думаю, очень помогут какие-либо засетапленные процессы, в частности, оставлять 20% времени на баги, это тот же самый установленный процесс. Вот, например, у нас на проектах сейчас, вот, ввиду того, что нужно работать с шиперами от end-кастомеров, то есть, по сути, от end-юзеров дефектами приходящими, и нет как таковой вот отдельной команды, которая бы занималась техническим саппортом и решением этих багов, соответственно, но такая команда раньше была. Вот. То сейчас эта нагрузка, эта activity распределяется между командами в программе. И мы сейчас рассматриваем тот вариант, что вот из нескольких дней development нужно закладывать, к примеру, около одного дня для каждого девелопера,
на потенциальную починку вот этих вот шиперов, этих дефектов. Да, при этом будет ниже velocity. Да, при этом, возможно, некоторые user story нужно либо больше дробить, либо каким-либо образом уменьшать размеры story, чтобы они вписывались в рамки спринта, в рамки capacity команды. Но это все, опять же, доводится до сведения заказчика, как на тех же weekly репортах, на тех же dedicated митингах. И если у заказчика приоритет, допустим, в качестве, да, по отношению к количеству нового заделиверенного скопа, то заказчик с этим согласится. Если же нет, то опять же, тут уже возможно отдельное обсуждение, то ли увеличить ресурс команды, то ли продлить сроки, уменьшить фичи. На самом деле это уже тема другой презентации, но я надеюсь, я ответил. Да, Роман, и еще вот такой вот вопрос, наверное, последний по этой теме. Как ты посоветуешь на базе своего опыта, если мы планируем 80% работать, а 20% на баги, может получиться так не то, что мы разрабатывали без багов, а то, что никто не протестировал, и в этом спринте нам не пришло багов. Что делать с этими 20%? Брать новые фичи или просто закрывать спринт и начинать новый? Отличный вопрос тоже. Ну, на самом деле у спринта, у каждого спринта, опять же, по правилам скрама, есть четкие сроки, которые установлены в самом начале проекта. То есть, если это 2 недели, значит спринт длится 2 недели. Если это 4 недели, то есть месяц, значит 4 недели. Если промежутки спринтов будут разные по продолжительности, то будет труднее отслеживать, менеджить, трекать, показывать стейкхолдерам со стороны клиента прогресс на уровне итерационном, то есть те же самые release burndown чарты, те же самые velocity графики, это все будет очень трудно трекать. Опять же, если остается 20% времени, за которое нет вообще багов, пустой defect backlog, то почему бы не взять какую-нибудь небольшую экстра story и показать delivery на 110%. То есть мы запланировали вот так вот, и потом это все объяснить заказчику на очередном weekly репорте, например, что вот мы брали такой скоп, мы рассчитывали такое время, время не было потрачено на дефекты ввиду отсутствия дефектов, соответственно, мы смогли заделиверить еще одну сторию. Клиент никогда не скажет: ребят, да что же вы наделали, я вам плачу только вот за такое количество сторий, зачем же вы вот меня обманули и сделали плюс одну сторию, как мы не договаривались. В то же время, окромя этого варианта, есть возможен вариант прототипирования. То есть, если, к примеру, в следующей итерации может быть более технически сложная история, которая требует больше архитектуры, либо больше вовлеченности, больше прогнозирования, почему бы не потратить это время на прототип и на инвестигейшн какой-то следующей фичи и следующего скопа, следующей итерации, чтобы быть более подготовленным. Спасибо большое, очень интересно. Тебе тоже спасибо. Есть еще вопросы или мы пойдем дальше? Окей. Дальше. Следующий миф говорит нам, что daily скрамы, они же утренние стендапы в командах, неэффективны. Если кто-нибудь из слушателей, из присутствующих, с вот этим вот высказыванием, что это пустая трата времени каждый день для команды. Ну, возможно, такое есть мнение, и оно тоже имеет место быть. Я просто почему спрашиваю, потому что как-то давно на предыдущей работе, на предыдущей, на другой должности у нас были weekly митинги с командой. И я сам удивлялся, зачем эти бесполезные митинги, лучше я один раз сделаю какую-то таску, чем послушаю какие-то апдейты, которые я и так слышу в команде там за стенкой в кубрике, либо, может быть, я в этот момент лучше там сделаю кофе-брейк какой-нибудь. Но это было тогда, то есть все еще очень зависит от того, как эти митинги проводятся и какие ошибки либо допускаются, либо не допускаются. Соответственно. Роман, экран пропал. Еще раз? Пропал шаринг твоего экрана. Так, сейчас попробуем восстановить.
Появился, да? Да, видно. Спасибо. Спасибо. Соответственно, я выделил три основные ошибки, которые могут вести к убеждению, что daily скрамы неэффективны. Это, во-первых, команда может зарываться глубоко в технические детали, превращать стендап в подобие какого-то планинга, либо же команда может обсуждать что угодно, начиная от погоды, заканчивая там, удовлетворенностью новым delivery директором, или что сделал клиент там, месяц назад, или какие, кто где побывал в отпуске, но при этом не касаться конкретных вопросов, что же происходит, какой апдейт есть, какой статус у каждого члена команды. Еще одной, я бы сказал, ошибкой является это, когда данные стендапы ведет project manager. Тут я именно делаю акцент не на скрам-мастере, а на project manager, который задает вопросы каждому. Ну что ты сделал? А что не сделал? А почему ты не сделал? А когда ты собираешься это сделать? То есть, ну вот такие вот именно вопросы, и по сути один человек является лидером митинга, и тем самым несколько подавляет открытость других членов команды в желании рассказать что-то, что хотелось бы, но, может быть, для этого либо нет возможности, либо ощущается какое-либо давление. Соответственно, сделать daily скрамы более эффективными поможет ответ на три простых вопроса. Это опять же по основным правилам без практикам скрама. Во-первых, это что я сделал вчера. Во-вторых, что я буду делать, что я сделаю сегодня. И третье, есть ли какие-либо обстоятельства, которые мешают мне делать мою работу. Первые два вопроса, обратите внимание, они имеют совершенный вид. То есть не что я делал, делать можно все что угодно в течение дня. Пить кофе, общаться на митингах, дебажить дефект в течение целого дня. Но важно, что именно человек сделал за этот день, то есть задебажил таки дефект, или на основе митинга сделал какие-то ауткамы важные и так далее. И, соответственно, что я планирую делать, что я планирую сделать за сегодня. Ну и третий важный пункт, на который как раз скрам-мастеру и в том числе и проект-менеджеру нужно обратить особое внимание, ну опять же и продакт-оунеру в том числе, есть ли какие-то препятствия. То ли скоп не до конца известен, то ли появился важный вопрос по стори, который требует вмешательства продакт-оунера, то ли компьютер перестал работать, это требует вмешательства project manager и так далее и тому подобное. Соответственно, daily стендапы, вот именно daily скрамы, они не должны быть детализированными, потому что для обсуждения любых деталей должен быть отдельный митинг. А если есть какие-то большие глобальные либо много вопросов по скопу, нужно отдельный elicitation meeting с бизнес-аналитиком. Если непонятные планы там на следующую итерацию, вообще что происходит на стороне клиента, отдельный SyncUp meeting, где project manager расскажет апдейты. Но не забирать время у всей команды вот в рамках этого митинга. Более того, Daily Scrum – это не отчет менеджера, это апдейт статусов каждого члена команды перед другими членами команды. Это их синхронизация, чтобы каждый понимал, где он находится, где находятся другие, есть ли какие-то пересечения, оверлапы, либо наоборот, можно как-то сколлаборироваться и помочь друг другу в решении проблемы. Ну и, соответственно, если сводить данные стендапы к ответу на эти три вопроса, то можно реально уложиться в 15 минут, и этого будет достаточно для того, чтобы команда на хай-левеле знала ситуацию в команде на уровне даже каждого члена команды. При этом хорошей практикой является проведение стендапов перед скрамбордами. В принципе, насколько я знаю, в соцсети как раз есть хорошая практика в командах использовать скрамборды. Чем это хорошо? Тем, что говоря свой статус
человек перед скрамбордом перемещает свой тикет, допустим, из статуса in progress в статус done, потому что было сделано, и то, чем он будет заниматься, он берет тикет и перемещает из to do в in progress. Соответственно, в следующий раз уже будет визуализация, что вот у него прогресс, и он теоретически должен переместить в done. Если он не перемещает, нужно задать вопрос, что же тебе мешает. И это помогает в любой момент времени любому члену команды подойти к скрамборду, увидеть статус на уровне тасок, на уровне старей, прогресс и ну, иметь полную картину 24 часа в сутки, грубо говоря. Есть ли вопросы по этому слайду? Есть, Роман, наверное, комментарий небольшой. Реально на опыте, что помогло сократить время очень сильно, это убрать все стулья и запретить прислоняться к стенкам во время митинга. Время в два раза уменьшилось на скрам. Люди перестали так много разговаривать на отличные темы от нужных, потому что стояли все. Это отличный лайфхак. Я на самом деле такого не слышал, но... Большое спасибо. Я лично попробую на ближайшем стендапе с ближайшими командами попробовать провернуть этот хинт. В принципе, очень даже валидный комментарий. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Окей, давайте дальше. Следующий миф – это то, что планинг-митинги неэффективны. Собственно, что может привести к вот этому мнению, к этому мифу? То, что либо команды превращают планинг-сессии в часовые дебаты, которые могут длиться до полудня и в итоге не привести ни к какому результату, то есть нет какого-то определенного модераторства и цель в итоге не достигнута. Либо команды, наоборот, назначают целую серию митингов из разряда по митингу каждый день или по два митинга в день, чтобы обсудить, но при этом, опять же, либо слишком концентрированное количество митингов на единицу времени, на один день, и просто команды и продакт-оунеры не успевают переварить эти все требования, новости, новую информацию. Либо же, если это все распыляется на много-много дней, в итоге теряется фокус. Опять же, можно не прийти к желаемому результату, я имею в виду к распланированному скопу старей на спине. Либо же команды считают, что планинги в принципе неэффективны и каким-то образом задают вопросы, получают ответы, но все приходит, все эти три ошибки приводят к тому, что в середине спринта, после начала спринта, могут возникать вопросы по acceptance критериям, по мокапам, по требованиям, которые задаются бизнес-аналитику. Бизнес-аналитик задает их продакт-оунеру. Продакт-оунер выдает ответ. Бизнес-аналитик обратно выдает ответ уже команде. То есть это все длинная цепочка, которая отнимает много времени и напрямую влияет на то, будет или не будет риск по файлу коммитмента на скоп, на итерацию. Соответственно, сделать планинги более эффективными помогут еще одно хорошее правило скрама. Это планинги должны состоять из трех сессий. Это груминг, планинг A и планинг B. Опять же, согласно правилам скрама, на спринт 30 дней, то есть в месяц, должно быть, сейчас я подсмотрю на себя заметки, не ошибаюсь, 8 часов планинга. Дві години на тиждень тривалості спринта. Все правильно, спасибо. То есть должно распределяться время как из расчета 2 часа на неделю. То есть если спринт, к примеру, двухнедельный, значит общее количество суммарной сессии должно состоять где-то 4 часа. По сути, большего не нужно, потому что специфика должна быть следующая, ну точнее рекомендуется следующая. Во время груминг-сессии
фичи обсуждаются, эстимейтятся на high-level, ну, то есть зачастую в story-поинтах, и в идеале декомпозируются на shippable story, и результатом этого груминга уже может быть количество каких-то определенных заэстимейченных старей, которые потом бизнес-аналитик предоставляет продакт-оунеру, обсуждает возникшие у команды вопросы, и дальше будет planning A, в котором истории именно детально обсуждаются на low-level, обсуждаются технологические стеки, обсуждаются архитектурные требования, обсуждаются методы передачи между фронтендом и бэкендом, обсуждаются какие-либо препятствия, которые могут встать на пути успешного девелопмента. Опять же, между планингом A и планингом B возможна сессия у бизнес-аналитика с продакт-оунером, чтобы задать, чтобы выяснить еще какое-то количество вопросов возникших. И планинг B он нужен больше для того, чтобы уже готовые историки, которые уже подтвержены с продакт-оунером, которые будут браться в скоуп, эти историки разбить на таски, проэстимейтить таски в часах, завести в management tool zone, например, в Jira или в TFS, распечатать тикеты на скрамборд, и результатом планинга B будут подготовлены, декомпозированы на уровне тасок и заэстимейшены в часах, собственно, вся вот запланированная работа как в том же Jira, в TFS, так и на скрамборд. При этом бест-практикой будет не ставить вот эти три сессии в один день, либо даже две, потому что, опять-таки, бизнес-аналитику банально нужно какое-то время, чтобы сконтактировать с продакт-оунером и задать ему интересующие команду вопросы, получить дополнительные какие-то уточнения, либо ответы, и потом вернуться на следующий день с этими ответами к команде. Соответственно, исходя из этого, не обязательно груминги, планинги должны быть как вот среда, четверг, пятница, последние недели спринта. Почему бы не вместо этого не сделать, например, груминг на первой неделе спринта, планинг там ближе к концу, либо в начале второй, и планинг B уже как последний день спринта, как окончательное полирование скопа на следующую итерацию. Есть ли вопросы по этому слайду? Хорошо, тогда перейдем к последнему, пятому мифу, который гласит, что ретроспективы не полезны. Были ли как у кого-то практики на проектах бесполезных ретроспектив? Есть ли какая-то вот какие-то практики у кого-то, кто бы хотел поделиться, собственно? Роман, были практики ретроспектив, когда начинали на проектах. Даже получилось так, что люди собирались, но никакого фидбэка не было, все молчали и игрались в телефон. То есть все время все говорили, что всех все устраивает, и на этом заканчивались. То есть результат был, можно сказать, нулевой. Я понял. И как вы вышли из этой ситуации? Ну как, до конца не вышли, хотелось бы тоже послушать. Но что мы применили, мы начали это геймифицировать, наверное, если есть такое слово. И, в принципе, что провести ретроспектив, есть разные подходы. То есть это игра, наподобие есть мафии, есть потом градусники. То есть, ну, людей заинтересовать. Анонимные добавили голосование до ретроспективы. И после этого потом Scrum Master выбирал самые топ. И мы уже обсуждали. Тогда люди более охотно разговаривали, когда видели, что они не одни, какая-то будет поддержка. Вот, и кто-то первый сказал, и потом уже начиналось. Вот, и после этого action item мы уже могли составлять. И все. Только вот такое вот применили. Получается, разбавление активности ретроспективы некоторыми, я бы сказал, играми, викторинами. Ну да, то есть, чтобы не в телефон. Отличный solution, спасибо. Есть ли у кого-то еще какие-то практики?
Можна я ще поділюся? Я багато була як спостерігачем ретроспектив, які були саме useless, але не з точки зору, що команда не хотіла генерувати ідеї чи розказати про проблеми, які є на проєкті, а саме з точки зору, що робилося post-retrospective activities. Дуже часто люди забувають, що після ретроспективи мають йти дії. І для того, що ретроспективи покликані для того, щоб ми робили щось, якісь покращення на проєкті, в процесах, вставленні, в інноваційності. Відповідно, сама ретроспектива це добре, це є перший крок, але завжди за нею має бути якась дія, покращення і ретроспектива ретроспективи. Дуже часто є ретроспектива, коли ми подумали, нагенерували, визначили проблеми, і на цьому все зупинилося. Відповідно, ця ретроспектива, вона насправді є майже useless, тому що ми нічого не навчилися, ми нічого не покращили, а це є основне покликання ретроспективи. Дуже дякую, дуже слушний коментар. Є ще щось комусь додати? Чи поділитися практиками? Добре, давайте подивимося, які є. Перехожу снова на русский. Посмотрим, какие есть основные ошибки, которые могут привести к вот этому заблуждению, что ретроспективы не нужны, бесполезны, и зачем вообще это придумали. То есть, во-первых, может на ретроспективе обсуждаться все, что угодно, опять же, начиная от погоды, заканчивая новыми людьми в коридорах, которые вот начали мелькать, продолжая какими-то, как хорошо прошел день компании и так далее, но при этом не обсуждается абсолютно то, что было у команды на проекте за прошлый спринт. Либо, даже если оно обсуждается, то никакая тулза не используется для записи вот этих вот пунктов. То есть, грубо говоря, поговорили и разошлись. И в принципе никакого ауткама, никаких митинг-минутсов, ничего не остается, а память у человека такая, что человек зачастую забывает самые как раз нужные вещи, и если это нигде не застоячено, нигде не записано, то оно так и канет в историю, соответственно, действительно, в таком случае ретроспектива бесполезна. Третий пункт. Все знают фразу, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Вот примерно так же, если наложить на тему ретроспектив, если на основе каких-то обсуждений, каких-то заметок и выводов никаких действий не предпринимается к следующему ретро, то действительно ретро перестает быть эффективным. Какой смысл что-то обсуждать и какие-то выводы делать, если никто им не будет следовать, никто не будет засайнен на какой-то action item и никаких изменений в лучшую сторону не будет. По сути, ретроспектива – это как раз та самая уникальная возможность для команд открыто поделиться своими опасениями, своими страхами, либо своими удовлетворениями касательно чего-либо в рамках проекта, в рамках команды, в рамках спринта. И действительно бывает так, что либо если команда еще пока новая, либо есть новые члены команды, уже устоявшейся команде, то очень трудно вот, разговорить людей. И действительно к этому может способствовать не просто вот давайте, ребята, по очереди каждый скажет, что ему понравилось. Нет, действительно в этих случаях помогают вот такие дополнительные викторины, игры, я бы сказал. То есть тот же самый нарисовать Team Radar, посмотреть, какая температура по команде на Team Barometer. Можно разобрать какую-то один кейс, допустим, зафейлили стойку, да, либо пришлось работать по вечерам и по выходным, чтобы успеть спринт, чтобы заказчик остался доволен. Какие причины к этому привели? Использовать fishbone структуру и five wise методологию, в смысле 5 вопросов why, чтобы построить вот это, вот докопаться до причин. Это все, вот, если их применять по очереди, либо какие-то регулярно, какие-то время от времени по кейсу, они приводят к тому, что команда становится более раскованной,
и охотнее идет на выдачу фидбэка другим членам команды и project менеджеру, scrum мастеру и так далее. Соответственно, какие советы здесь можно дать? Первое – это то, что желательно, чтобы каждый член команды смог рассказать, перечислить, какие пункты, айтемы, что прошло хорошо за спринт, чем он доволен, чему он рад, и какие айтемы могут быть улучшены. Здесь на самом деле важно посмотреть на позитивный настрой, то есть вординг, как и в общении с клиентом, всегда очень важен. То есть здесь обращаю внимание не что было хорошо и что было плохо, потому что то, что плохо, это автоматически на подсознании придает негативный окрас каким-то событиям и заставляет команду больше закапываться в то ли в обвинение, то ли в поиске виновных, то ли в то, а как же так произошло. В то же время, если задать то, что прошло хорошо и что всего лишь может быть улучшено в следующий раз, это значит, что никто никого не ищет виновных. На самом деле основная цель больше вот как раз сделать так, чтобы вот этого не произошло в будущем. Все и так понимают, что если что-то нужно улучшать, то, соответственно, оно пошло нехорошо. Но если на этом не акцентировать внимание, что как же вот так можно было, то это будет помогать команде раскрыться и дать более открытый фидбэк по тому или по другому аспекту. Второй пункт – это то, что все meeting minutes, все пункты, перечисленные каждым членом команды в рамках вот такого вот questionnaire, они должны быть записаны. Я бы сказал, идеально для этих случаев подходит такой веб-сервис, как Idea Boards, где можно вот заводить эти тикеты по столбикам, что хорошо, что может быть улучшено, какие action items нужно занести. И потом вот этот идеаборд можно экспортировать в PDF, можно сохранять как принтскрин, и это удобный инструмент для того, чтобы трекать ретро и трекать прогресс по ретро. И последний, более важный пункт, который является итогом первых двух, это то, что, во-первых, нужно действительно создавать action items по какой-то вот проблеме, по какому-то проблемному вопросу, потому что должно быть улучшено. И что самое важное, эти экшн-айтемы должны останется на кого-то. Если есть экшн-айтем, и все покивали головами и говорят, да, действительно, это нужно улучшить, но при этом не назначен ответственный, то больше всего вероятность, что этот экшн-айтем останется незарезованный к следующему ретро. В то же время на следующее ретро является хорошей практикой начинать ретро с пересмотра экшн-айтемов с прошлого ретроспективы и анализ статуса, то есть какие из айтемов сделаны действительно и какой прогресс, чтобы вот то, что обсуждалось на прошлом митинге, на прошлой ретроспективе, не кануло в лету, чтобы были видны какие-либо прогрессы, улучшения. Здесь может возникнуть вопрос, а что если, к примеру, не все экшн-айтемы возможны в процессе, или там все слишком заняты и вот написали 10 экшн-айтемов, разосайнили на разных людей, но в итоге только один экшн-айтем был сделан одним вот человеком, у которого возникла свободная минута в течение трассы. Тут можно посоветовать, если вот есть такой кейс, то можно посоветовать убрать эти 10 экшн-айтемов. По-любому из этих 10 есть 2-3, которые являются топ-приорити, которые действительно нужно запроцессить и проследить, чтобы они были сделаны за следующий спринт. И есть 7-8 остальных, которые являются low-priority, и о них можно вспомнить уже на следующий раз и реприоритизировать, взять в разработку, назначить ответственного человека уже в следующий раз. Либо вообще не назначать, если у команды есть ощущение, что ну, этот айтем действительно плохо бы, конечно, но как-нибудь потом. То есть не нужно назначать ответственного за какие-то экшн-айтемы, если нет в планах в следующей ретроспективе добиться завершения этой задачи, да, успешного, либо какого-то значительного его прогресса. В принципе, по этому слайду у меня тоже все.
Может быть, есть у кого-то вопрос. Роман, пока не ушли совсем далеко, у нас тут есть вопрос от Сергея. Он, к сожалению, не может голосом. В мене є питання, як по скраму планувати спринт, якщо він припадає на різдвяні свята і половина тіми бере вихідні в цей час. Наприклад, тіми з 5 девелоперів, спринт 29 грудня, 9 січня, 1 січня в четвер, 3 девелопери беруть п'ятницю, 2 девелопери беруть наступний тиждень вихідних, тобто починаючи спринт, 5 девелоперів, а завершують спринт буде 3. Я зрозумію питання, дякую. На самом деле все очень просто. То есть весь вопрос в коммуникации, и более того, в своевременной коммуникации. Здесь я имею в виду как коммуникацию членов команды, скрам-мастеру, проект-менеджеру, в плане того, что вот я собираюсь взять выходной на вот эти вот дни и сказать об этом заранее, а не после начала спринта. Ну, в частности, я при в начале спринта спрашиваю у команд, кто на спринт планирует брать отпуск или не планирует. Мне это нужно знать заранее, чтобы потом в середине недели не оказалось неожиданности, что вдруг 3-4 человека одновременно уходят, и я как бы не подготовлен, и либо мне нужно этих людей удержать на проекте, и тем самым они будут расстроены, обижены, либо придется срывать коммитмент перед клиентом, чего в принципе допустить нельзя. Я так понимаю, отпало еще раз видео, да? Да. Так, подключаю заново. В то же время, если заранее, ну и это один вид коммуникации. Другой вид коммуникации – это коммуникация клиенту. То есть все прекрасно понимают, что Новый год, итерация выпадает этот Новый год, это рождественские новогодние праздники, и логично, что velocity команды будет уменьшаться, логично, что кто-то захочет взять какие-то дейопы. Соответственно, предварительно спрогнозировать этот риск, спрогнозировать план, mitigation и avoidance планы, либо просто поговорить с клиентом и сказать, что так и так, у нас по таким-то причинам планируется ниже velocity, к примеру, в полтора раза на этот определенный спринт, по таким-то обстоятельствам. Если клиент будет не согласен с этим, он сразу об этом скажет. Либо он согласится, потому что ну, будет понимать и будет окей с этим, если там не горят сроки, к примеру, если клиент лояльный и так далее. Я ответил на вопрос. Сергій, Роман відповів на твоє запитання? Так. Добре, дякую тобі, Роман. Отлично, спасибо. Давайте підведемо итоги. То есть, які основні моменти без практики можна вынести из себя, точнее, вынести для себя на основі этой презентації? Во-первых, любой член команды, любой человек в проекте, кроме продакт-оунера, может быть скрам-мастером. Во-вторых, после начала спринта любые изменения в рамках скопа, в рамках acceptance критериев, либо требований могут привести к фейлу коммитментов, соответственно, к провалу спринта. Соответственно, лучшим выходом в рамках скрама, с точки зрения скрама, является заканцелить спринт. Далее, для того, чтобы сделать более эффективными daily стендапы, достаточно следовать трем волшебным вопросам. Для успешного планирования достаточно трех сессий планирования из расчета 2 часа планирования на каждую неделю спринта. И последнее, для того, чтобы ретроспективы были эффективными, нужно обсуждать, что вообще произошло за прошлый спринт, что хорошего, что может быть улучшено. Обязательно нужно это записывать, создавать экшен-айтемы и назначать ответственного человека и в конце всего этого, на следующее ретро, начинать следующую ретроспективу с проверки статуса прогресса по приассайненным экшен-айтемам с предыдущего митинга.
На этом у меня все. Вам спасибо за внимание. Я с удовольствием отвечу на любые вопросы, которые, возможно, у кого-то еще останутся. Есть вопросы? Роман, похоже, они задавали вопросы ровно тогда, когда ты делал презентацию. Ага, ну, в принципе, отлично. Мы так и построили презентацию, чтобы не уходить далеко от тем слайдов, и чтобы соответственные вопросы по каждому конкретному пункту можно было обсудить в свое время. Слава Богу, для этого у нас было достаточно времени. Хорошо, если больше нет никаких вопросов, всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, презентация оказалась для вас полезной, и вы, возможно, что-то для себя подчеркнули, что можно использовать как best practice, либо попробовать в своих проектах. Если какие-то вопросы дополнительно возникнут, обращайтесь, с удовольствием помогу, отвечу на любые вопросы. Я думаю, мой Skype, мою почту, мой extension можно легко найти. Спасибо большое тебе, Роман, за презентацию. Сегодня скину Линочку с видео и фоллоуапом на и презентация, на самом деле, на сегодняшний, по сегодняшнему митингу. И у меня такое короткое, совсем маленькое, господи, так, на русском, короткая новость во Львове. Насколько я помню, 24 октября будет проходить робо-хакатон. Вот. Чуть позже HR Marketing скинет вам постер, линку на регистрацию, потому что у меня нету прав писать на Львив Dev Center. Вот. Смотрите видео, ой, смотрите, господи, письмо, не пропустите, пожалуйста, потому что робо-хакатон устраиваем мы. И ну, не обязательно все письма отправлять в junk mail. Вот. И второе, это 17 октября, ждем в гости в Черновцах, pacemaker.net. Если кто дотнетчик, будем рады встретиться, будем рады видеть вас. Все, в принципе. Роман, спасибо тебе большое еще раз. Всем хорошего дня, всем пока. Спасибо. Всем пока. Пока.